Ребята, привет! Решила записать для вас видео, как буду собирать компьютер. И хотела бы вас поблагодарить за то, что помогли мне своими донатами, своими советами, какие комплектующие выбрать, вообще за вашу поддержку. И цель моего видео никого не научить, как собирать компьютер, потому что это вообще не моя специфика. Я вообще не знаю, как это делать. Мне будет помогать мой друг, который специально ко мне приехал. И просто поделиться с вами, что я купила и из чего будет состоять мой новый компьютер, на котором я буду играть в дальнейшем. Что, начнем? Все? Я укомплектована? Ну, сейчас, мне кажется, будет не сборка, а квест. Сначала я должна угадать запчасти, типа, как называются. Ну, давай. Это материнка? Правильный ответ. Так, ребята, вот такая материнка. Я надеюсь, что это материнка. Это же материнка, я всем говорю, что это материнка. Вот такая коробочка. Ушко зачесалось. Чего вы ржете? Так, с этим вы сказали правильно, мне аккуратно быть. Вот так. Так, вот это на рельсы похоже. О, это целый, это этот, как его? Это похоже на какой-то город будущего сверху. Ну тут у них стадион. Ну может быть, ладно, это Олимпийский парк будущего. Вот это стадион, вот это вот бобслейная трасса. Вот это канатка крытая. Это ребята вот здесь будут сидеть и смотреть, как здесь ездят биатлонисты. Мне что-то надо вставлять сюда? Я не знаю, что это такое, но оно как будто вот сюда вставляется. Не пугай меня. Эта штука дорогая? А что это? Оперативная память. А, оперативная. Чем больше оперативной памяти, тем... Так, ну я уже не... Тут, наверное, все. Мои... Сюда? Угу. А что, можно 4 оперативные памяти? А что, мы 2 только купили? Чем мы только 2 купили? Только хватит. Так? Я боюсь. Я не буду. Давай ты. Там надо расщелкнуть эти штучки. Защелки от тебя дальние. Чего? На каждой рельсе 4 штуки. Дальние от тебя. Отщелкивай от себя. От себя. Нет, давай сам. Я сейчас сломаю. Я сейчас... Дожми. Прям да. Вот... А, вот. Вот в эти 2 надо ставить. Вот. Этой стороной или... Ну, этой? Вот ты там в одну сторону только сможешь ставить. А. Как в фильме в детском, этот «Лемони Сникет, 33 несчастья», там девочка перед тем, как думать, она вот так вот делала, такой хвостик, и у нее все получалось. У меня хвостик нормально получился? Поехали. А мне их... А с какой... Какая разница, с какой вставлять? Начинаю я от процессора. А процессор здесь? От стадиона. Я начинаю от стадиона. Стадион, вот он. Но она не вставляется. Мы правильные запчасти купили? Серьезно, они разные бывают? О, блин, насколько надо в этого его? Блин, я боюсь, пожалуйста. А, мне кажется, это уже успех. Нам долго еще до конца сборки компьютера? Так, вторая. Ее не поздно будет читать, когда у меня не получится. Их подряд вставлять или там? Через одну. Серьезно? Mm. А зачем? Это двухканальный режим. Ты сейчас придумал? Да. Одновременно у тебя один не заходит. Видишь, он защелкнулся. Все? Да. Чего дальше? Давай. А, вот это вот процессор. Ну, я просто узнала это, когда мы забирали у доставщика, и мы спрашивали, почему самая дорогая эта штука в компьютере? Одна из самых дорогих и важных штук в компьютере лежит, блин, в таком вот пакете. Мне можно такими руками, типа голыми, ну, или в перчатках? Ну, не лапать его, да? Ну, куда он здесь? Он у нас около... Да. Ну, я не знаю, стадиона там тебя или что-то. Сейчас я вспомню, как она называется. Это биатлонная трасса у меня. Лаура. И как? Это как мышеловка, что ли? Да. Вот это прикол. Это не нужно. Какой стороной? Блин, тут есть ключ. Это что, блин, головоломки из резидента? Да. Давайте понабираем. А вообще, как бы, как будто похоже все.
Оно симметрично. Ну, смотри, если это сверху вниз мы читаем, а мы читаем сверху вниз... У тебя похоже должен быть закрашенный треугольничек или помеченный треугольничек. Не, я понимаю, здесь какой-то рисунок, но это... Он как будто симметричный. Здесь и выемки симметричные. Блин, я боюсь. Я уже что-то поцарапала. Да. Итак, короче, у нас вон та камера отключилась. Когда я ставила процессор, да? Я поставила жесткий диск, где хранятся фоточки. А теперь мы будем вот эту штучку мне подготовили. А вот это надо... Remove before installation. Угу. Мы вот это вот все делаем, да, чем мы не доделали? Вот мы поставили подставку под вот эту штучку туда вниз. Потом мы сейчас вот эти прокладочки маленькие туда вставили. Теперь мы накручиваем вот такие штучки. А? Затянуть. Блин, очень жалко, что мы, конечно... Половина сборки, или это не половина сборки? Ну, в общем, короче, у нас было очень много шуток, но мы их не записали. Так, у нас какие-то эти на биатлонной трассе усложнения для биатлонистов. Ну, вот эта штука реально похожа, как в Сочи на трибуну, да, в Олимпийском парке. Зачем? А, давай. Аккуратненько. Так, ну, все, я молодец. Так, теперь, значит, третье у нас. Вот тут пакетик был. Термопаста. Сейчас мы будем накладывать ее. Накладывать. Сделаем серию. А теперь будет кулинарный туториал. Зачем мне ваша лопатка, если у меня шприц? Ты уверен, что это я должна сделать? Тонким слоем? Давай потренируемся. Мне размазать вот по вот этой только? И чем мне ее размазывать? Нам нужно две термопасты, чтобы одну термопасту размазать второй. Блин, ну это ювелирная работа. Ну, это как-то, не знаю, тональник какой-нибудь наносить. Ну, тональник не так, тональник кисточкой и хаотично. Блин, я попала, знаешь, на что? На мышеловку. У меня прям сильно маленький слой получается. Нормально. Блин, да, по бокам съезжает. Ну, нормально? А точно таким легким? Да, наверное. Ты же не видел, да, каким слоем я мажу? Это очень плохо. Надо ровненько. Ну вот, посмотри. Отлично. Ну откуда ты знаешь? Я вижу. А может побольше? Нет, не надо. Без капельки просто в центре оставить и все. Чё? Делаем. Так. Кулер ставим так? Нет. Вот так? Угу. Не, подожди. Ты же не сняла эту штучку. Ну а чё ты мне не сказал, что надо снять? Ну ты просто резко так начала. Не надо стесняться. Все, обратного пути не будет. Я сейчас. Да. Это дорогая штука? Да. Сколько? 15. Ты врёшь. А не надо перемазывать? Ну вот тут вот слетел слой. А? Ну чем-то интересненьким пахнет. Может, голодная просто? Да, я есть хочу. Все, ставлю. А я правильно ставлю? Так. Термопаста, это отклеили, это все мы сделали. А, пружинками вниз. Сначала все ножи. Ну, так-то можно, в принципе, и подработок на себе найти. Да, в принципе, если на ютубчике эти посмотреть, то можно и... Да на ютубе что хочешь, можно посмотреть, и что хочешь потом можно сделать. Хоть дом построить. Следующий влог о том, как мы будем строить дом. Все. Так, мы сейчас установили блок охлаждения, или как это называется? Кулер. Система охлаждения. АВО? Как АВО-то переводится? Автоматическое? Аппарат воздушного охлаждения. Аппарат воздушного охлаждения, правильно. Молодец, Борик. Пятерка тебе. Что дальше? Короче, мы вот тут что-то нацепляли. У нас тут оперативная память. Я как экзамен сдаю. Жесткий диск. Процессор вон там. И мы установили кулер. Без вентилятора. Сейчас мне помогут поставить это все в корпус. И, ну, чтобы это было побыстрее. И чтобы я тут ничего не накосипорила. Вот. Сейчас. Жух!
И сейчас уже будет это, такой готовый почти. В общем, короче, мне мой помощник засунул все это внутрь, подсобрал там всякие эти проводочки, накрыл крышкой. Осталось, по-моему, видеокарта это называется. И это, в общем, все, что я об этом знаю. Вот такая у меня видеокарта, гигабайт, что-то 2080, супер написано. Вот, супер. Но мне сказали, что это нужно для наших с вами стримов. Открываем. Что такое? Просто вообще, вот, ну куда смотрят Greenpeace и всякие организации по охране окружающей среды? Вот столько коробок, вот целая коробка для того, чтобы положить вот это. Тут же больше ничего не лежало? Ну просто кощунство. Итак. Шуршушки. Вот так вот она выглядит. Симпатичная. Так, вот это я, с вашего позволения, беру. Куда ее вставлять, я не помню. Оп! Блин, так. Вот так. Так. Только мне здесь провода мешают. Блин. Ой, она не получается. Борик! У меня не получается! Ну... Это, короче, вот в этом месте должно быть. Но у меня не получается вставить. Она, если честно, она реально не встает. У меня не получается. В общем, запись видео, как мы собираем компьютер, занимает больше, чем сама сборка компьютера. Но мы уже на финишной прямой. Мы немножечко запутались в проводах. Мы не на финишной прямой? Нет? Мы на финишной прямой. В общем, мы собрали компьютер. Не я одна, наконец-то, с общими силами. Последняя была вот видеокарта, как вы видите. Половина у нас видео, к сожалению, не записалась. Мы были очень заняты процессом. Я надеюсь, что мы смонтируем как надо, что будет весело, потому что собирали мы это весело. В общем, что, мы сейчас ставим вот эту пластиночку и идем пробовать. Че, пойдем пробовать? Было бы как бы потом снимешь.